Спустя 3 года после совершения преступления суд вынес приговор 36-летнему жителю Рузаевки Дмитрию Кудешову. История произошла в ночь на 23 июня 2016 года. Трое знакомых собрались возле подъезда. По соседству с ними находилась еще одна компания молодых людей. В какой-то момент одним не понравилось, как на них посмотрели другие, начались претензии и выяснение отношений. Точкой кипения стало замечание, которое потерпевший сделал зачинщику конфликта. Во время словесного конфликта, возникшего между обвиняемым и 34-летним потерпевшим, мужчины нанесли друг другу по удару, после чего разошлись. Однако конфликт оказался неисчерпан. Младший из его участников, Кудешов, решил продемонстрировать свою силу с помощью оружия. Он дошел до своей машины, взял незарегистрированный травматический пистолет ОСА и вернулся к оппоненту. Обвиняемый отозвал его в сторону, хотя в ходе ссора выстрелил из пистолета в голову. После этого он выстрелил в ногу 36-летнему мужчине, который пытался предотвратить его противоправные действия и оказать помощь потерпевшему. Пострадавших доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь. По заключению экспертов, одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью, второму – легкий. Оперативники задержали злоумышленника в тот же день, от оружия он успел избавиться. В 2016 году в полиции по этим фактам завели 2 уголовных дела. По статьям «Умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью». И когда нужно было утверждать обвинительное заключение для направления в суд, прокурор усмотрел другой состав преступления. Уголовное дело передано в следственный отдел по городу Рузаевка, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, и действия обвиняемого переквалифицированы как покушение на убийство и причинение легкого вреда здоровью. К моменту передачи дела на доследование в СК злоумышленник, несмотря на подписку о невыезде, скрылся в Подмосковье. Там он успел совершить ДТП в нетрезвом виде, в котором пострадали люди, и 8 месяцев рузаевец провел в колонии-поселении, после чего опять вернулся в московский регион. Более 2 лет назад данный гражданин, объявленный в федеральный розыск, скрывался от правоохранительных органов. В августе 2018 года сотрудниками уголовного розыска Мордовии мужчина был задержан на территории Московской области. После этапирования в Мордовию рузаевца по решению суда поместили в СИЗО. 30 января Дмитрию Кудешову вынесли приговор, и его действия вновь суд переквалифицировал с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью с применением оружия. От наказания по более мягкой статье мужчину освободили в связи с истечением сроков давности. По другой назначили 3,5 года лишения свободы. Однако судимость за пьяное ДТП в Подмосковье еще не была погашена, поэтому Рузаевский суд, суммировав все наказания, окончательно назначил Кудешову 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения он еще 3 года будет лишен права садиться за руль. Приговор в законную силу не вступил. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».